В эфире программа «День города». Здравствуйте! С обзором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин, и мои коллеги, корреспонденты телекомпании «Город». Главные темы дня. Дворовая инспекция. Как Елена Сорокина проверила очистку дворов от снега. Возвращайся, сделав круг. В Рязани подвели итоги автомногоборья среди юношей и девушек. Обещанного ждать не надо. В Скопине открыли две новых станции очистки воды. Критику губернатора за нечищенные от снега дворы управляющие компании и ТСЖ восприняли по-разному. Сегодня глава Рязанской администрации Елена Сорокина прямо с утра проинспектировала Октябрьский район, в основном Дашково-Песочню. Подробный отчет об этом мэр выложила на своей страничке в соцсети. Вот сегодня рано утром отъезжал город, пример, Старообрядческий проезд, автомойка. Даже не помню, как она называется. Они сдвинули свой снег, они его полностью убрали, молодцы. То есть свою территорию они расчистили. Но сдвинули они прямо на проезжую часть Старообрядческого проезда. Теперь, конечно, жители будут недовольны. Несогласованность служб и отсутствие коммуникации их руководства, как считает Елена Сорокина, главная причина такого хаотичного снегосбора. Центральные улицы сегодня практически очищены, во дворах неразбериха. Где-то убирают оперативно, где-то бросили все на самотек. Авось власти не заметят, но местные жители бдительны. Вот этот участок дороги особенно меня интересует. Компания наша только вчера первый раз прочистила эти дороги. Когда надо было первый раз прочистить, чтобы не было вот этого обледенения, никто не изъявил желания. Также и у нас во дворе. Увиденное лично глава Рязанской администрации прокомментировала на своей страничке в соцсети. Во время моего визита управляющая компания приступила к устранению замечаний. На территории работала спецтехника и дворники. Наше управление ЖКХ и префекты начали точечно работать с ответственными организациями по каждому двору. В первую очередь отработаем все жалобы, которые поступили от жителей. Затем продолжим системный мониторинг дворовых территорий. Максим Васильев, телекомпания «Город». Рязанцев в ночь на 1 января ждет масштабный новогодний фейерверк. Об этом стало известно во время заседания комитета по соцвопросам Рязанской городской думы. Салют в центре города начнется в час ночи. Его будут запускать с площадки бывшего УРТ. Также фейерверки порадуют рязанцев в районе парка Гагарина возле культурного досугового центра «Октябрь», Дворца торжеств в Московском шоссе и сквере «Вишневый сад». Напомним, что в прошлом году фейерверк в новогоднюю ночь был отменен. В Рязани определили победители региональных соревнований по автомногоборью среди юношей и девушек в возрасте от 16 до 17 лет. Юноши и девушки приняли участие в нескольких этапах конкурса. Показали свои теоретические знания, правил дорожного движения и умение чинить автомобиль. За рулем автомобиля Ирина Егорушкина, ученица детско-юношеской автошколы. Девушка волнуется. За рулем сидела мало, а тут нужно выполнить и фигурное вождение, и змейку, а затем еще и в гараж заехать. Когда начинаешь движение, нужно подъехать, забрать кольцо, положить его в машину, потом сделать круг, передом его проехать и проехать его задом. Потом, когда ты его проезжаешь, возвращаешься обратно, вешаешь кольцо, едешь, делаешь параллельную парковку, потом в колею, обратно задом выезжаешь в парковку, делаешь задним ходом, выезжаешь из парковки задним ходом и делаешь змейку вперед и назад. И все. Юношеский конкурс по автомногоборью проводят больше 10 лет, однако для Рязани он в новинку. 5 областных команд, всем ребятам 16-17 лет. Ребята старались сегодня и работали на отлично. Я, честно скажу, ими доволен, наблюдая со стороны. Не могу сказать, что отметить кто-то лучше, кто-то хуже. Все они молодцы, умники вообще. Если они будут такими профессиональными, будут часто участвовать в таких конкурсах, то я думаю, что кто-то их когда-то где-то заметит. Вот. Они могут добиться большой карьеры и хорошей работы. Все задания необходимо сделать быстро и максимально точно. Ребята признаются, самый трудный, но и при этом самый интересный этап – фигурное вождение. Практика дела не ограничилась. Теория правил дорожного движения им тоже пригодилась. Именно эти водители будут настоящими профессионалами, потому что, получив вот такое грамотное обучение, хорошо зная правила дорожного движения, не делая ни одной ошибки и выполняя их буквально
в считанные минуты, даже иногда идет на секунды, да, соревновательный этап, эти дети действительно становятся водителями-профессионалами. И будем надеяться, что они не только сами будут хорошо водить, но и будут, скажем так, помощниками госавтоинспекции и других тоже призывать к тому, чтобы все соблюдали требования правил дорожного движения. Заветное водительское удостоверение ребята получат в 17 лет, сразу после своего дня рождения. А пока их ждет куда более важный экзамен. Через 8 месяцев команда-победитель из автотранспортного техникума будет представлять Рязань на всероссийских соревнованиях. Валерий Седов, Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 6 аварий и 9 пострадавших. Таков итог вечера вторника. С фоткой происшествий поделились сотрудники госавтоинспекции. За сухими цифрами спрятаны эпизоды, некоторые из которых порой куда необычней самых фантастических предположений. Вон тип стоит возле 4-го лица, его наручниками привязали, оказывается. Вон там моя рабочая машина стоит, зад не разбитый. Вот его машина, на которой он приехал, врубился еще на встречку в эту машину, а по пути еще девчонку сбил на пожалуйста. Это финал целой череды аварий, которые произошли в Рязани 14 декабря. Сел ли этот 48-летний водитель за руль своей семерки сразу пьяным или заправился по пути, следователи пока выясняют. Ясно одно, свое путешествие по городу он вряд ли хорошо запомнил. Первой жертвой лихача стала 20-летняя курсантка Академии ФСИН. Темная классика сбила ее на Первомайском проспекте. В СМИ сообщили, что девушку с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной лба, закрытым переломом бедренной кости слева и тупой травмой живота доставили в ОКБ. А вот и кадры задержания этого лихача. После наезда на курсантку его приключения не закончились. На Кремлевском валу он устроил массовое ДТП. Выехал на встречку и столкнулся лоб в лоб с автомобилем Kia. Мужчина попытался скрыться, но его догнали прохожие. Они и передали лихача правоохранителям. Но и это было еще не все. Вечером того же дня произошло ДТП с маршруткой, в которой пострадали два человека. 47-летний рязанец, управляя автомобилем ВАЗ-2110, по предварительной информации при выезде с прилегающей территории не убедился в безопасности своего маневра и совершил столкновение с автобусом «Ситроен» под управлением 29-летнего рязанца. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое пассажиров автомобиля ВАЗ-2110 в возрасте 11 и 28 лет получили различные травмы. И к уже совсем абсурдным нарушениям водитель решил покататься по Кремлевскому парку. Движение транспорта здесь запрещено, но мужчина, видимо, понадеялся на свою удачу, ведь номера он скрыл. Однако незримая рука правосудия дотянулась и до него. 20-летнему рязанцу выписали штраф в 3000 рублей. Всего же за вторник ПДД нарушили в Рязани еще почти 2500 водителей. 2 штрафа выписали водителям автобусов и 30 пешеходам. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В области задержали 4 налетчиков, которые подозреваются в разбойном нападении на квартиру. Ворвавшись, они связали хозяев, пожилую пару, но искомого куша не обнаружили. Подробности в нашем следующем сюжете. Трое крепких парней против 2 стариков. Эта история развернулась в Пронске еще в сентябре. Злоумышленники, а их было 4, решили ограбить пенсионеров. Действовали дерзко. В дневное время 3 мужчин в медицинских масках позвонили в дверь квартиры потерпевших и представились сотрудниками правоохранительных органов. Хозяин жилища не поверил неизвестным и попытался захлопнуть дверь перед ними. Однако злоумышленники ворвались в квартиру, избили и связали престарелого мужчину и его жену, а затем принялись обыскивать комнаты. Самое ценное, что смогли найти злоумышленники – мобильный телефон, который они забрали и скрылись в неизвестном направлении на поджидавшем их автомобиле такси. 10-летние супруги обратились в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Работали кропотливо. Первым делом установили марку и номер автомобиля, а уже после – личности налетчиков. В результате всех оперативно-розыскных мероприятий 2 мужчин и 1 женщину задержали в Москве, еще 1 во Владимире. Все они признались содеянным. По предварительной информации, инициатором поездки в Рязанскую область явилась женщина, которая привлекла для совершения преступления своих знакомых. Объект разбоя был выбран со слов 43-летнего мужчины. Ранее он проживал в Спасском районе Рязанской области и слышал, что у пронских пенсионеров якобы может храниться достаточно денежных средств. Видимо, злоумышленники были уверены в огромном куше, поэтому даже водителю пообещали солидную сумму. А тебе что пообещал за того, что ты отвезешь?
что заплатят мне. Сколько? 10 000 рублей. Информация оказалась сложной. Единственное, что было ценного у пенсионеров, это сотовый телефон. По ходатайству следователя суд арестовал самого активного из налетчиков, 28-летнего мужчину. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении остальных его соучастников. Максимальное наказание, которое может грозить злоумышленникам, лишение свободы на срок до 12 лет. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Прокурорские органы регулярно проводят мониторинг сети интернет и выявляют сайты с запрещенной информацией. Такие ресурсы блокируют, тем самым пресекая распространение информации, оправдывающей и призывающей к противоправному поведению. Подобный пример привели в прокуратуре Рязанского района, а также рассказали о других прокурорских проверках. В ходе проверки в сети интернет выявлены факты размещения в свободном доступе для неограниченного круга лиц аббревиатуры субкультуры АУЕ. Изучением данных интернет-страниц установлено, что посредством размещенной на них информации у неустановленного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, имеется доступ к информации, оправдывающей противоправное поведение, пропагандирующей тюремные традиции и идеализирующей криминальный образ жизни. Решением Верховного суда Российской Федерации от 17 августа 2020 года, вынесенного по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации, движение АУЕ признано экстремистским, а также запрещена его деятельность. По результатам проверки прокуратуры района в Октябрьский районный суд города Рязани направлено административно-исковое заявление о признании информации, размещенной в сети интернет, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, которое удовлетворено судом в полном объеме. Прокурорский надзор касается самых разных областей жизни общества. С привлечением сотрудников Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям прокуратура района проведена проверка соблюдением законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевой продукции участниками продовольственного рынка. В ходе проверочных мероприятий выявлены факты несоблюдения отдельными участниками продовольственного рынка установленных требований к обороноспособности пищевых продуктов, а именно установлены факты реализации товаров без надлежащей маркировки. Также в ходе проверки не представилось возможным документарно установить место происхождения производителя, дату изготовления и срок годности, а также сопоставить мясную и молочную продукцию с документами, подтверждающими ее качество и безопасность в ветеринарно-санитарном и эпизоотическом отношении. Выявлены факты реализации пищевой продукции с истекшим сроком годности. По фактам выявленных нарушений прокуратуры района в отношении хозяйствующих субъектов возбуждены дела об административном правонарушении, которые направлены для рассмотрения в арбитражный суд Рязанской области, а также в управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. В Скопине завершили строительство двух новых станций водоподготовки, а также новых артезианских скважин на радость местным жителям. Хотя еще осенью они жаловались на некачественную воду и слабый напор. Что будет теперь, расскажем далее. Первую станцию водоочистки мощностью 40 кубометров воды в час построили в бывшем военном городке Скопина. Жители этого района неоднократно жаловались на качество воды и недостаточный напор. А в сентябре губернатор Рязанской области Николай Любимов на личной встрече со скопинцами пообещал взять ситуацию с качеством питьевой воды на контроль и слово свое сдержал. Выполнил огромный объем работ, установлено новое киповское оборудование, генераторную установку на случай отключения электроэнергии и выполнен ремонт водопроводных сетей. Вторую станцию возвели в микрорайоне сельхозтехника. Кроме водоочистного сооружения, в микрорайоне прорубили новую 140-метровую скважину и заменили почти 2500 метров труб. Мощность данной станции 40 кубических метров в час. Станция рассчитана на 5000 человек. Населения, потребления. Это будет у нас военный городок, жители бывшей территории воинской части, а также будем подключать дома, которые находятся в средней части города. По мнению экспертов Роспотребнадзора, качество питьевой воды из новых скважин соответствует всем стандартам. Как известно, по федеральной программе «Чистая вода» в Рязанской области построят 8 таких объектов. Один в Рязани, 3 в Сапожке, 2 в Спас-Клепиках, в Скопине уже построили. Общая стоимость проектов почти 174 миллиона рублей. Герман Гущин, телекомпания «Город» при содействии телеканала «Вёрдо ТВ».
Дзюдоистка Марина Воробьева представит Рязань в финале российской премии «Студент года 2021». Учащуюся рязанского филиала Московского университета МВД России отобрали из более чем 8 тысяч участников проекта. Финал пройдет с 13 по 20 декабря в онлайн-формате. Студенты пройдут конкурсные испытания, среди которых самопрезентация, дебаты и социальное проектирование. На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Ну а я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго. До свидания.